Я знаю, что многим мое обращение не понравится и вызовет массу возмущений и критики. Но тем не менее, мы решили идти в Европу, а в чужом монастыре со своим уставом не ходят. Поэтому мы обязаны уважать правила и каноны, заведенные в этом обществе. Это значит, нам предстоит принять много волевых решений, что влечет за собой массу компромиссов, независимо от того, нравится нам это или нет. Итак, 12 июня, в это воскресенье, в Киеве пройдет гей-прайд. Группа из 25 международных политиков и лидеров мирового гей-сообщества специально приедут на это событие. Задача властей – обеспечить полную безопасность. Наш гражданский долг – не поддаваться на провокации и не допустить инцидентов, которые смогли бы запятнать доброе имя Украины. Я побывала практически на всех гей-прайдах – в Великобритании, Ирландии, Германии. Неоднократно выступала перед фанами-геями. Я также была хедлайнером на конкурсе «Мистер Гей Мира» в 2012 году. А в августе я отправляюсь на амстердамский гей-прайд. И там приму участие в параде катеров на собственной лодке «Принцесса Свободы». Геи на Востоке должны иметь те же права, что и их собратья на Западе. Как единственная певица из Украины, известная на Западе, я взяла на себя миссию соединить берега Запада и Востока. Я всегда заявляла о проблеме геев в Украине. Зная свою страну очень хорошо и не ожидая полной поддержки в решении проблем геев, я просто прошу, оставьте их в покое. Что само по себе будет большим одолжением ЛГБТ-сообществу Украины. У меня очень много поклонников геев. Геи есть среди моих стилистов, гримеров, дизайнеров, наставников, продюсеров и даже лучшие друзья. Мне с ними очень комфортно и уютно. И я желаю от всего сердца им удачи в профессиональном плане и любви в личной жизни. Тем не менее, я считаю, что правительство обязано обеспечить безопасность геев, как в общем, так и во время прайда в частности. В это воскресенье я пройду плечом к плечу с геями Украины. В знак солидарности за их права в нашем обществе. Ребята, пожалуйста, будьте толерантными, присоединяйтесь, ставьте лайки, делайте репосты. С любовью, ваша Камалия.